Всем привет, вы на канале Zord Game, и мы начинаем. Всем привет, сегодня посмотрим видео на канале Room Factory. Монеточка, каждый раз пародия при участии ND Production. Давайте посмотрим. Привет, как дела? В Телеграме переписывается. Почему интересно в Телеграме? Если бы мне платили за мороз, когда ты не отвечаешь мне в директ, я была бы первой в списке. Forbes по утрам меня будил бы личный Дрейк. Если бы мне платили каждый раз, когда я мизинцем бью дверной косяк, я тогда в Монако каждый час покупала бы себе новый особняк. Классный трек. Это даже пародия, да, по-моему? А, да, это пародия. Весь мир, ты стала моя жизнь. Судьба давно против меня. С удачей не пересеклись. Хранитель ангел мой слинял. Мой дед, наверное, нагрешил. В рубахе я не родилась. Бери хоть пугнами пляши. От кармы оттирая грязь. На двери висит подкова. Все запястье в красных нитках. Черный кот к столбу прикован. Зеркала в стекле защитном. Но если б мне платили тысячи за любые неудачи, и всем людям, кроме бывших, подарила бы по новой тачке. Если б мне платили за зачет, на котором я несу полнейший бред, я бы шла в Пандоре по плечо. Флагом Эмиратов был бы мой портрет. Если б мне платили каждый раз, когда я телефон. Для меня бы лично Илон Маск разработал самый прочный теслафон. Новая кастрюля сожжена, на полу засохла пена. На экране ноута трещина, снова льет сосед по стенам. Стошнила кошку дважды на кровать, оплатить забыла интернет. Можно как-то порчу снять, но мир не намекает, нет, нет. Я предотвращаю все дожди, если зонт с собой взяла. Но сухих деньков не жди, если в белых кедах вышла я. Опоздала я на самолет, на автобусы, поезда. Легче просто дойти самой, там всего 43 часа. И куда бежать, бежать, бежать от бесчисленных неудач? Я где угодно смогу лажать, хоть за решетку меня упрячь. Если б я не любила рэп, моей жизни бы стал Лил Памп. Будь моей аллергией вейп, то земля б обратилась в пар. Если б мне платили за все дни, когда забываю логин и пароль, я бы в экономике земли ключевую бы отыгрывала роль. Если б мне платили каждый раз, когда я позорюсь на глазах у всех, я б купила пару государств, где налогом обложила бы успех. Так-то много кто снимался в этом клипе. Клип так-то классный. На природе. Или это... Как называется? Я уже забыл. Хромакей. Точно, я уже забыл. Давно хромакеем не пользуюсь, уже забыл. Вот такой вот видос у нас получился совместно с Indie Production. И если он вам понравился, то переходите на канал Андрея. Доброго утречка! Потому что там вышел еще один видос. Тоже на песню «Монеточки», только другую. Как она называется? Нет монет, спойлер, ой. Да. И, конечно, спасибо вам большое за просмотр. Ставьте лайк под этим видео и пишите свои комментарии. А мы вас очень сильно любим и прощаемся с вами. До новых встреч, до новых видосов. Пока! Да... Бородия классная. Лучше оригинала. Оригинал я не смотрел, но мне пародия нравится. А что думаете вы? Напишите ниже в комментариях под видео, что вы думаете, понравился вам клип или нет. Клип классный, пародия классная, все классно. Ну ладно, спасибо за просмотр. Всем пока. А что думаете вы? Не забудь поставить лайк и подписаться на канал. Скоро будет новое видео.